дорогая мама. Давно не писал вам. Скоро в бой. Смотрите, Филатов Сергей Иванович, 1917 года рождения, беспартийный, рядовой. Полная твоя тетка, что ли? Убей. Видишь, это же моя фотография. Так вы что, из окружения выбирались, что ли? Вплавь через озеро. Настрелять дезертиров, чертовой матери. Сегодня ночью пойдете в разведку. Проникните в расположение немцев и добудете языка офицера. Так что получается, что мы сами себя отрыли. Осталось, ребята, всего 62 часа. Здесь, в Сталинграде, с осени 42-го года по январь 43-го пройдут крупные бои, в которых ваш хваленый Паус окажется в флотном кольце и попадет в плен. А мы, в свою очередь, начиная с Волжской воды, пойдем наступать потихонечку, потихонечку, потихонечку пойдем на Берлин. Русский солдат, патриот. Красиво, но скучно. Песня. В руках автомат, потому что солдат. Блестят ордена, потому что война. Вернулся домой, потому что герой. Вернулся домой живой. Это тишина и солнце свет. Вдруг сказали смерти больше. Мы победили. Love you.